подставка. Подставка под кубовую емкость. Очень распространена такая емкость среди садоводов на даче, потому что она кубовая, в обрешетке пластик. То есть, но она тяжелая, для нее нужна подставка. Мы производим подставки. Они идут размером 1,25 м на 1,05 м. Как мы видим, ее можно обшить профлистом или поликарбонатом. В комплекте каркаса идет фурнитура для сборки и дверь тоже с фурнитурой. Изготовлена из трубы, мощная труба 40 на 40. Диагональные усилители, диагональный. Стена задняя, стена передняя. Вверх на что ставится и низ, который крепится к фундаменту. Использовать можно его как по прямому назначению, просто подставка под емкость, так и по бытовому. То есть сделать кладовку для хранения инвентаря, летний душ, ну или мини-теплицу даже. То есть тут уже у кого какая фантазия. Также можно сделать лестницу приставную. Сейчас я войду, покажу. Вот такую лестницу можно, чтобы обслуживать бочку, залазить. Можно приставить, прикупить, так сказать, укомплектовать. Отправляем в любой регион. Они так как идут разборные, очень компактные. По всей России. Собирается очень легко сам каркас с помощью болтов М8 и саморезов. То есть сами части. Вниз крепятся анкера, тоже идут в комплекте, потому что надо залить плиту. Вверх они вставляются в стены. То есть получается очень капитальная конструкция. Ручка, замок, петли. Можете дверь сделать лево-право, в какую вам удобную сторону. Но есть одно ограничение. Емкость должна быть на металлической основе. То есть металлокаркас основания не деревянный, не пластиковый поддон, а именно металлический, чтобы он встал ровненько и капитально на нашу конструкцию. Очень удобно. Так что заказывайте, пишите, ставьте лайки, задавайте вопросы, всегда ответим и расскажем, покажем. Всем огромное спасибо. До свидания.